Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Три предмета, которые я бы взял в космос. Впервые услышав этот вопрос, я был слегка озадачен. Но хорошо подумал, и прокрутив в голове разные варианты, я все-таки остановился на следующих трех вещах. В первую очередь, в далекие путешествия люди всегда берут с собой фотоаппарат. Это неудивительно. Ведь этот предмет помогает сохранить воспоминания в кадрах на долгие года. И, конечно, если бы я летел в космос, то у меня за пазухой был бы хороший цифровой, а может быть даже пленочный фотоаппарат. Потому что в космосе я явно увижу то, что никогда не увижу в Витебске. Вторым предметом для космического путешествия я выбрал губную гармошку. Игра на ней поможет развеселить и успокоить меня и других членов экипажа. Ведь всегда в минуты тоски по земле можно исполнить что-нибудь из золотой коллекции хитов русского шансона. Ну и, конечно, третий предмет для космического путешествия – это шахматы. Но обязательно магнитный, потому что там наверху слабая гравитация, и обычными будет играть не очень удобно. Сочетая в себе элементы спорта, науки и искусства, эта игра поможет с пользой провести время в длительных полетах. Но только сначала нужно немного потренироваться играть в нее на земле.